Вот эти замечательные, яркие и очень ароматные тигрята. Все они вот в такой крафтовой коробке. Здесь у нас наклейка. Открываем. Визитку достаем. Дополнительная защита для купола. Достаем купол. И для тигренка тоже есть дополнительная защита. Дальше открываем. Убираем дополнительную защиту. Вот такие вот красивые наклейки. Каждый тигренок у нас в куполе получается. Есть тигренок в снегу. Лежит вот такой вот вариант. Очень яркий, ароматный. Тигренок тоже в снегу отдыхает, загорает. Тигренок в снегу играет. Есть еще такой вот третий вариант. Все они очень ароматные, новогодний аромат. Это полностью ручная работа. Четвертый вариант. Тигренок у нас на травке лежит, играет вернее. Так вот все классно сделано, очень аккуратно. Дальше у нас пятый вариант. На травке у нас тигренок отдыхает. И шестой вариант. Тигренок на травке у нас лежит. Вот так получается у нас три тигренка в снегу и три тигренка получается на травке. Здесь они у нас лежат. Так, здесь они у нас, получается, отдыхают, играют, а здесь они отдыхают. 3-6 вариантов. Все варианты очень красивые, яркие, ароматные и все оформлено по-новогоднему.